22 апреля олимпийская чемпионка Алина Загитова вышла на лед дворца имени Фетисова и провела мастер-класс для юных омских фигуристок. Знаменитая спортсменка поделилась с ребятами профессиональными секретами мастерства и показала технику выполнения различных элементов. Я очень рада, что причастна к этому мероприятию, что у меня есть такая возможность делиться своим опытом с подрастающими фигуристками, фигуристами. И надеюсь, что я сделала для них сегодня что-то полезное, что-то они новое узнали. Во всяком случае, я очень старалась. Сначала у нас была раскатка, на скольжением тоже очень важная работа. Сейчас фигурное катание пошло вперед, и это неотъемлемая часть в этом видео. Спорта. Потом спросила, что бы они хотели, чтобы я показала по прыжкам, да. Мы прыгали лутц, аксель в 2,5 оборота, каскады, ну, много всего успели. Событие состоялось в рамках федерального проекта «Звездная дорожка», который совместно реализует Федерация фигурного катания на коньках России и Ростелеком. Звездная дорожка проводится на базе Ледового дворца спорта Фетисова, где с 2008 года расположена школа Олимпийского резерва номер 35, которая подготовила немало спортсменов, в том числе Полина Цурская, которая у нас была чемпионкой мира среди юниоров. Как раз вот такие мастер-классы и дают начало серьезному и звездному пути. Сегодня Алина Загитова, да, то есть ранее другие были великие тренеры, спортсмены. Вот эта энергетика дает как раз импульс для дальнейших побед и результатов. Юные фигуристки стремились максимально использовать каждую секунду общения с олимпийской чемпионкой, чтобы получить новые знания и улучшить технику. Мне понравилось то, что мы очень много прыгали, с ним катались, и нам давали интересные упражнения. Она мне подсказала заход на тулуп тройной. В дальнейшем я буду прыгать 3-3. Ну, она хороший тренер. А мячи проводили Алину Загитову аплодисментами.